Здравствуйте, меня зовут Екатерина Кроваева, и прямо сейчас мы будем говорить только о хороших осенних новостях, и расскажет нам их волжане. Полгода назад у меня родилась доченька. Я этому очень рада, ее зовут Александра. Вот такая вот новость. Моя самая главная новость в этом году. Я поступил в колледж, в энергетический, в Волгограде, на профессию электросети, системы и электрические станции. Там очень хорошо и классно учиться. Чудесный день сегодня. Я вас всех поздравляю с этим днем. Была в отпуске в июне месяце. Ко мне приезжала внучка из севера Тюменской области, из города Ноябрьска. Я ее возила в Анапу. Потом приехали в августе, поехали в Ленинград. Я ее оттуда отправляла, вот эта новость. За три месяца она у меня отдыхала. Сегодня день зарплаты, это первая хорошая новость. В понедельник я иду в отпуск, это вторая хорошая новость. И вообще прекрасное солнце – это третья хорошая новость. Я собираюсь в отпуск, поеду в Самару, буду смотреть все достопримечательности и радоваться. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться волжане. Смотрите нас в эфире и на сайте. До скорых встреч!